Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка-малинка 2. Обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, мои хорошие, еще раз спешу вас поздравить с новым 2023 годом. Я уже выкладывала 31 декабря, поздравляя вас с наступающим Новым годом, желала вам всего самого наилучшего и сейчас, конечно же, повторюсь, желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего здоровья, крепкого счастья, любви, всяческого благополучия. Получая успехов и, конечно же, чтобы ваши самые сокровенные мечты всегда сбывались. Ну а все невзгоды, печали, горести, плохие, неприятные моменты пусть останутся в году 2022. Ребят, огромное всем спасибо, кто также меня поздравлял в моем новогоднем ролике. Большое вам спасибо за ваши добрые, приятные слова, за ваши комментарии, вообще за то, что вы были со мной в 2022 году. Как я и обещала, мои обзоры в 2023 году, конечно же, возобновляются, поэтому всех вас жду на своем канале, на своих обзорах. Ну что ж, мои хорошие, а мы с вами начинаем, да, так скажем, продолжаем. Продолжаем обсуждать о семейство Колесниковых. Что же у них? А у них подготовка, друзья мои, не только к Новому году, но и день рождения 30 декабря, день рождения Виталинки. Виталине исполнилось 9 лет. Ну что ж, начнем, как говорится, по порядку. Есть что обсудить. Действительно, смотрела, были интересные моменты. Света. Света, как всегда, на кухне, друзья мои, стоит и рассказывает нам раскладку, меню, так скажем, что же у нее готовится. Она говорит, вот, будут и биточки с сыром, говорит, будут там и колбаски, говорит, вот купленные в магазине. Я, говорит, все это дело сейчас просто вытащила, но сделала акцент на том, что все это дело благополучно куплено в магазине. Ну, понятно, у нас Светка настолько, да, так скажем, занятой человек, настолько, да, занятая личность, что она, конечно же, не в состоянии купить просто нормального мяса и приготовить из них те же котлеты, те же пельмени, да, какие-нибудь отбивные, какое-нибудь мясо по-французски, да, в принципе, что угодно. Но нет, Светочки здесь нет, Светочка как раз-таки, опять же, мы же прекрасно понимаем, по какой причине вот эти колбаски, по какой причине вот эти биточки, все уже готово, конечно же, что Лешка притащил из просрочки, то, в принципе, из того Светочка и готовит. Ну, и тут же рассказывает о том, что, кстати, будет еще и шашлык. Курицу она маринует на шашлык. Далее. Далее Света объясняет, что все-таки она за здоровый образ жизни, ЗОЖ, как говорится, им, друзья мои, в помощь. И она рассказывает нам о том, что она сейчас нацелена на то, чтобы не жарить продукты, а в большей степени их парить. Да, да, говорит, стараюсь крышкой накрываться. Как скажет, хоть стой, хоть падай. Далее, далее, живот, друзья мои, на что я не могла обратить внимание. Вы знаете, вот за вот эти вот 3-4 дня, что я не видела Светку Колесникову, живот у нее буквально уже лезет на нос. И это какой-то кошмар. То есть, знаете, то я до этого ее смотрела, живота не было, теперь живот просто огромный. Ну и опять уселся Лешка и давай нам отвечать на вопросы. Он говорит, вот, вы знаете, многие посмотрели, что же мы там из продуктов купили, да, так скажем, на Новый год. И, говорит, начали нам написывать, что вот, мол, у вас не новогодний стол, вы вот здесь неправы, и Лешка начинает объяснять, говорит, вообще, у каждого человека есть свое мнение, да, кто что считает нужным, тот то и готовит. Ну, здесь, ребят, я с ним соглашусь, да, как говорится, хозяин-барин, здесь, в принципе, все понятно. Но Лешка дальше пустился в объяснение и говорит, да зачем вообще куча всего готовить, к чему вообще вот эти вот все обжираловки, ребят, мне уже смешно.
Но вот знаете, мы же все прекрасно помним, да? Когда дело касается халявы, здесь колеса будут обжираться просто до победного. Вот, наверное, пока не свалится, будут продолжать жрать, да? Ну а когда дело, как говорится, пахнет керосином, когда Лешке надо самостоятельно на свои кровно заработанные денежки приобретать что-то, в том числе и обычные простые продукты для своей семьи, то, конечно, Лешка заинтересован в том, чтобы потратить как можно меньше, а накупить как можно больше. Но не готов он тратить деньги даже на самое святое, казалось бы, для любого нормального человека, на своих родных и близких, в том числе, конечно же, на своих детей. Вот мне хочется Лешке сказать: Лешка, да при чем здесь куча всего? Да никто и не готовит кучу всего. Неделями все равно вот эти салаты и мясо никто не ест. Ну, наготовят так, чтобы первого и второго ничего не готовить. Это, опять же, абсолютно нормальный момент, да, люди готовят любимые салаты, которые, так скажем, решили приготовить на Новый год, какие-то закуски, обязательно горячие блюда, да, и, возможно, не одно, в зависимости от, так скажем, количества, да, проживающих в семье, ну и вообще. А мало ли, какие-то гости, какие-то родственники приехали, соответственно, готовят уже больше, да. Конечно же, какие-то закуски, еще что-то, мясные тарелки, сырные тарелки, ну и, естественно, фрукты, конфеты, сладости, вот эти вот все на свете. Здесь никто не говорит о том, чтобы приготовить, как на Маланину свадьбу, и потом все это дело выбросить. Нет. Просто у колес нет даже понимания того, чем же отличается праздничный стол от обычного обыденного стола, да? То есть они вообще ничего не понимают, они вот просто им лишь бы сожрать. Уж как раз-таки не Лешке об этом говорить, потому что им все равно, что есть. Ну, с другой стороны, если мамка ничего не приготовит, если будут просто пустые макароны или пустая картошка, соответственно, дети съедят и пустую картошку, потому что им все равно нужно что-то есть. Ну, колеса опять же этого не понимают, потому что если вспомнить, по крайней мере, их дни рождения, если вспомнить их какие-то праздники, на вот эти праздничные столы без слез не взглянешь, это действительно так, они накидываются на еду, сметают ее огромными большими ложками, и на этом, в принципе, все. Далее, друзья мои, Светочка демонстрирует нам, какая она прекрасная хозяюшка, говорит, да-да, вот сейчас как раз-таки вот поставлю на стол, значит, она там разливает супец, остатки картошки выкладывает, все, что у нее есть, поставила на стол, ну и я смотрю, значит, на обеденном столе стоят тарелки с супом. И что самое интересное, супец такой жиденький-жиденький-пережиденький, но вот в Лешкиной тарелке мясца можно увидеть, да, то есть мясо видно. В Дарининой тарелке, друзья мои, мясо тоже можно увидеть. А вот почему-то в тарелке у Виталины мяса абсолютно нет. Я, вы знаете, посмотрела там немножечко, почитала комментарии, кто-то из хомяков, конечно же, колес написывает, да, у них там в комментариях, мол, ничего страшного, не все дети любят мясо, поэтому, конечно, зачем пихать детей теми продуктами, которые дети не любят. Ну, во-первых, вы знаете, мне так смешно всегда вот это вот читать, вот этих защитников, вот этих вот святош, правдорубов колес, да. По той простой причине, потому что самое интересное, в этой семье только папка, мамка, Анжелка и Даринка любят все самое вкусное. Все остальные дети не, они абсолютно у них ничегошеньки не любят. Вот пустую картошку им подавай, да, и пустые макароны, и на этом, в принципе, все. Это раз. Ну, а во-вторых, давайте-ка вспомним как раз-таки, кто из детей в семье колес не любит мясо. Сколько раз нам об этом говорили? Согласна, очень много. Вот как раз-таки говорили о том, что Дарина не любит мясо, но при всем при этом заботливая мамка в тарелку своей любимой дочери кусок мясца-то бросила. Видимо, если бы не бросила, папа Лешка бы сделал замечание, возможно бы даже мамке и треснул бы по лбу, чтобы, как говорится, не забывала, кому надо класть в тарелку мясо. А вот Виталине, которая никогда не говорила о том, что она не любит мясо, да, почему-то мясо не положили в тарелку.
Никита, у Никиты вроде что-то там болталось тоже в тарелке. То есть, ребят, так интересно и вообще, как можно спрашивать или не спрашивать, да? Любишь ты мясо, не любишь? Возьми да положи. Не захочет есть, ради бога. Возьмет и вытащит из тарелки. Какие проблемы? Ну, мне прям интересно. Вот заботливые, такие заботливые себе мясо положили. Любимой дочуре мясо положили, а Виталина перебьется. Я, честно, я, ребят, просто в шоке. Ну, Алёшка начинает нам объяснять, говорит, ой, а у нас сегодня есть хлеб на столе, а хлеб, говорит, мы ко вторым блюдам типа не подаем, а только исключительно к первым. Вот, говорит, к супу всегда есть хлеб. Лёш, не смеши, как говорится, народ, потому что люди, которые тебя смотрят на постоянной основе, они тебе, естественно, не поверят, потому что у вас хлеб бывает только тогда, когда ты его притащишь из просрочки, да, когда как раз-таки по великим праздникам. И очень часто у вас и к первым-то блюдам нет абсолютно никакого хлеба. А вообще вашим детям не мешало бы все, и первое, и второе есть хлебом, и я уверена, они бы ели этот хлеб постоянно, потому что им надо хотя бы чем-то наедаться. Вот этой пустой водой, непонятным супом, наесться просто невозможно, да? Ну, или какими-нибудь пустыми макаронами тоже наесться невозможно, а так хоть взял пару кусков хлеба и, возможно, на час-другой, да, есть так сильно не захочется. Ну, а далее, ребят, переходим к самому интересному. День рождения Виталины. Да. Виталины, день рождения. Купили, как Лёшка сказал, два торта. Ну и, значит, Виталинка выбрала как раз-таки тот самый торт, который предназначался для Нового года. Тут же не успел Виталинка распаковать торт, как вокруг нее стали крутиться Мелкая и Никита. Никита балуется с крышкой, крышку пытается от торта натянуть себе на голову, на что Лешка ему говорит, возьми, да ближи, говорит, крышку. Ну что ж, умно, по-другому и не скажешь. Светка, друзья мои, та самая Светка, которая готовит, знаете, из непонятно чего, да, то, что Лешка ей притащит из просрочки, из непонятного фарша, вот эти вот колбаски всякие разные, какие-то там непонятно что, да, она переживает и говорит, а что же там в составе у этого торта? Вот, ребят, ну умная женщина, просто по-другому не скажешь. Тут даже Лешка ее щелкнул по носу и сказал ей о том, что, слушай, а ты что, говорит, переживаешь? Ты, говорит, что есть этот торт не будешь. Далее. Далее, смотрю, Дарина пытается схватить постоянно все на свете, облизывает пальцы, хватается за вот эти вот украшения на торте, облизала уже все эти пальцы, все на свете. Ну, а Светка тоже. Светка, как ненормальная, гогочит, друзья мои, сравнивает себя 40-летнюю тетеньку с 9-летней девочкой. И говорит, ой, да, да, говорит, ой, боже ты мой, даже отрезать, мол, нормально нарезать кусок торта, типа Виталина не в состоянии. Говорит, да как ты режешь торт-то? На что Лёшка ей уже сказал, говорит, слушай, у тебя, говорит, тебе-то, говорит, какая разница? Говорит, занимайся своим делом. Ребят, это что-то с чем-то. При всем при этом, значит, Светка пока там глядела за Виталинкой, да, о том, как она неправильно нарезает этот торт, Светка чуть было, у нее не убежало молоко, Лёшка начал на нее кричать, говорит, у тебя картошка уже там выкипает, ткнул ее носом в очередной раз, смотрю, не все, как говорится, у них спокойно, не все у них хорошо, на что Светка с недовольным выражением лица сказала, это не картошка, а молоко, он ей говорит, так тем более тогда, иди, говорит, и следи, говорит, зачем тебе надо следить. Светке, конечно, не понравилось, ну правильно, ребят, одно дело Виталину тыкать носом, да, и соревноваться с ребенком 9-летним. Другое дело, когда тебя саму тыкают носом и все это делают на камеру, конечно же, согласно, неприятно. Никита вел себя просто ужасно, пока Виталина нарезала торт, пока они раскладывали этот торт, значит, Никита там постоянно что-то тер свой нос, вытаскивал козявки, что-то он там делал. Слушайте, я вот на этот момент смотрела, ребят, честно, меня чуть не стошнило. Я вот все время думала, неужели родители, да, не в состоянии сделать Никите замечание? Ну или хотя бы, если бы они были нормальные, нельзя было им, что ли, просто взять и вырезать как-то вот этот вот момент. Но это ж не прямой эфир, ну согласитесь. Далее.
Далее Светочка, уткнувшись практически носом, браздила уже носом своим вот этот вот торт, у нее зрение это плохое, и она склонилась туда прямо практически носом, начала возить, значит, по этому торту, начала отрезать куски, и тут же, ребят, нарезает вот эти куски торта и облизывает пальцы. С таким остервенением, с таким чувством она облизывала эти пальцы и чехвостит опять же Виталинку, как-то ужасно нарезала торт в свои 9 лет. Светка, ну это только в вашем дебильном семействе дети маленькие нарезают торт, да? А вообще нормальные родители вообще-то и свечки бы поставили, и уселись бы за стол, и нарядились, и привели бы себя в порядок. Но, ребят, это не у колес. Конечно же, нет. Здесь просто нарезали. Мамка в халате, в котором проходила, как говорится, уже несколько лет в обед. В этом же халате она вышла поздравлять свою дочку. Это, конечно, какой-то просто ужас. Ни тебе каких-то, я не знаю, поздравительных речей, да, там, правда, есть еще один ролик, я его еще не смотрела, 35-минутный, по-моему. Но в любом случае, вот в таком вот непотребном виде выйти, еще и чехвостить свою 9-летнюю дочку, да, зачем ей вообще нарезать этот торт? Не очень просто даже интересно. Мне кажется, мама должна не спрашивать, а поставить всем чай или какой-нибудь лимонад, разложить всем спокойно куски торта по тарелке, и, как говорится, на этом, в принципе, все. И вот когда она начала в очередной раз чехвостить бедную несчастную 9-летнюю Виталину, знаете, мне так и захотелось ей сказать: блин, чучело, уймись уже, вот честно, противно от себя. Вот правда противно, ребят, вы знаете, стоит и опять вот, да что особенного в этом торте, обычная пышка, ничего из себя не представляет, а, мол, и обычный крем. Но, видимо, Светка решила, что ее вот эти вот непонятные кособокие пироги – это самые настоящие торты, а здесь, мол, торт ничего особенного. Ну, правильно, потому что Лешка купил в очередной раз все самое дешевое. Захотели бы с какими-то орешками, с красивыми украшениями, да, красивые торты можно было бы вообще сделать на заказ, вернее, заказать на заказ, да, какой захотели бы, какой бы ребенок сам выбрал бы. Или купить, по крайней мере, какой-нибудь более-менее цивильный торт и, так скажем, понаряднее все-таки у ребенка день рождения. А раз нет, значит, Светка, довольствуйтесь обычным тортом. Но ты не думай. Твои, конечно, пироги, это естественно, это просто что-то с чем-то. Это, конечно же, не торты. Ну и что, друзья мои, принесли подарок Виталина. Виталина расплакалась, как сказала Светка, расплакалась от счастья. По мне, ребят, Виталина, скорее всего, расплакалась по какой-то другой причине. Видимо, ребенок ждал нормальную куклу. Ребенок хотел еще с прошлого года реборна, но ей даже мечтать об этом не стоит, потому что, конечно же, колеса своей дочке такого подарка не купят. Но, с другой стороны, вы знаете, кукла, которая была подарена в этом году, была значительно лучше, нежели прошлогодний пупс. Правда, я надеюсь, что участь вот у этой куклы не постигнет, вернее, ее та же самая участь, которая купили. Помните, в прошлом году вот этого пупса не успела Виталинка приехать с этим пупсом, как тут же ненормальная Анжелка, здоровинная детина, да, и вот этот вот Никита тоже, как говорится, вот, они схватили этого пупса, тут же его уронили, тут же его ухайдокали, потом, значит, ездили, меняли другого пупса, я надеюсь, эту куклу не уделают моментом, хотя я смотрю, уже мелкая к ней руки свои протягивает, скорее всего, конечно же, эта кукла будет отдана мелкой, ну и Виталина иногда сможет с ней играть. Ребят, вы знаете, я вот так вот со стороны на все на это посмотрела, меня смутил тот самый момент, что нам не показали. Вот обычно, когда они что-то показывают, да, снимают, они, вернее, когда они что-то покупают, едут выбирать игрушку. Вспомните, как они выбирают торт и выбирают игрушки. Они снимают аж целых 2 или 3 ролика, дабы нам продемонстрировать все это дело. Здесь абсолютно ничего не сняли. Не знаю, может быть, сейчас на этот момент есть уже какой-то ролик. Ну, а может быть и нет, по этой причине, вот даже не знаю, на чьи деньги была куплена эта кукла, я что-то очень сильно сомневаюсь, что на деньги колеса,
очень сильно в этом сомневаюсь, чтобы он так взял и расщедрился из барского плеча. Виталине купили такую куклу. Честно, очень сильно сомневаюсь. Может быть, конечно, может быть, кто-то из зрителей, кто-то там, да, из каких-то спонсоров, как говорится, проспонсировал. Может быть, выдали где-нибудь в этой же, куда вот они там ходят на собрании. Может быть, какие-то бабушки, дедушки там постарались, и еще кто-то подкинул каких-то деньжат. И по этой причине Виталинки приобрели такую куклу. Кукла, конечно, намного лучше той куклы, которая была куплена в прошлом году, и я могу поверить в то, что ребенок на самом деле рад. Ну, что там будет дальше, насколько долго, так скажем, прослужит вот эта кукла, опять же, время покажет. То, что Виталина расплакалась, когда, значит, схватила вот эту коробку, и Лешка стал объяснять, говорит, да, у нас просто тут, мол, произошло какое-то ЧП. Вот, возможно, скорее всего, Виталина расплакалась даже не от счастья, а из-за того, что что-то там произошло. Возможно, опять какую-то купили куклу да не ту, или опять купили, опять вот эти какие-то ненормальные братья и сестры эту куклу разобрали, или разбили, или еще что-нибудь случилось, понятия не имею. Как говорится, это, скорее всего, останется уже за кадром. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!